Всем привет! В этом видео мы продолжаем тренироваться дома и будем тренировать сегодня такой элемент базовый в воркауте под названием крокодил. Этот элемент он не является силовым, он более такой технический и подходит для тех людей, которые только начинают изучать эту дисциплину и начинают изучать какие-то элементы. Первое подготовительное упражнение, которое позволит вам хорошо выполнять такой элемент, как крокодил, и заложит хорошую базу для дальнейшего. Это лежа на полу, пробуйте напрячь тело, а именно ноги, поясницу и икры, чтобы получалось такое положение, в котором вы как пружины лежите. То есть второй момент при изучении этого элемента, такого как крокодил, это постановка локтя в корпус. Не стоит, это, наверное, самая большая ошибка для новичков, которые начинают изучать этот элемент. Они ставят локоть ближе к верхней части туловища. Необходимо найти свой центр тяжести, то есть либо ставить локоть вот сюда, на уровень нижнего пресса. Многие пытаются делать прямой угол. Тоже так не стоит, руки могут немного выводиться, то есть выводите центр тяжести, чем вперед вы дальше выйдете, тем легче вам будет балансировать и удерживать свой вес. Как я уже сказал, это не силовое упражнение, а техническое, и все будет зависеть от того, как вы выведете свой центр тяжести вперед. То есть локти ставятся примерно вот так. Для того, чтобы делать, можно несколько раз попробовать поставить локти под корпус на одну руку, поменять руку, чтобы вам удобно было, чтобы вы привыкли к такому положению. И на две руки тоже. Третий момент, про который хотелось бы рассказать, это изучение этого элемента с какой-нибудь преграды, возвышенности. Это может быть стул, спинка дивана. В моем случае я вам покажу на гирях. Для чего это делается? Это делается для того, когда вы только начинаете изучать этот элемент и не чувствуете работу ног. А это поможет, чтобы чувствовать эту работу ног, надо делать первое подготовительное упражнение, которое я показывал на полу, надо вытягиваться. Тогда вы будете чувствовать всю работу своего тела, всю работу этих мышц, которые должны включаться. Делая такое упражнение, вы в дальнейшем придете, выполняя его на горизонтальной плоскости, то есть, как я показывал. А так можно, если не хватает вам расстояния ног, не хватает такого расстояния, возьмите стул, спинку стула и просто пробуйте ставить локоть. Когда вы научитесь ставить локоть под корпус, потом будет тот момент, когда вы просто начнете выпрямлять ноги и напрягать поясницу, и у вас все получится. Изначально, когда вы будете делать, на руки необходимо заходить с круглой спиной. То есть сначала вы ложите центр тяжести, округляете спину, ищете удобное положение для своих локтей, а в дальнейшем вы выпрямляетесь и спину, и ноги выпрямляете. И после того, как у вас начинает получаться на опоре какой-то, на возвышенности, можете переходить в горизонтальную плоскость, делать с пола. Провели тренировку, разучили такой элемент, как крокодил, разбили на подготовительные части. Еще раз повторюсь, такие моменты, которые затруднят этому изучению, это неправильная постановка локтя. То есть локоть надо ставить ниже, чтобы найти свой центр тяжести, а потом вы просто балансируете. Еще такой момент, что это не силовой элемент,
является техническим и выполняет задачи техники. Не стоит, иногда бывает, что локти разъезжаются и пытаешься держать спиной, это другое уже упражнение будет. Здесь надо устанавливать локти под корпус. Еще такой момент, старайтесь выводить свой центр тяжести чуть дальше, и локоть не обязательно 90 градусов должен быть, он может быть больше и должен быть больше. Чем дальше вы выведете свое тело, тем легче и лучше он будет выглядеть. Еще такой момент, пробуйте себя снимать или просите друга, чтобы вы видели, как у вас получается в своем исполнении этот элемент. Иногда кажется, что вот я уже делаю, то есть, а в итоге получается, что когда начинаешь снимать или смотреть со стороны, там ноги где-то подвисают, либо носки не оттянуты, либо спина круглая. Старайтесь устранять эти маленькие недочеты, и этот элемент будет очень классно и красиво смотреться в вашем исполнении. Обязательно тренируйте этот элемент, пишите свои комментарии, что у вас получается, что не получается. Всем пока, смотрите следующее видео, подписывайтесь на канал.